Серьезное ЧП на окраине Первоуральска. Там произошел крупный пожар в частном доме. Пламя бушевало с такой силой, что на борьбу с ним отправили сразу 5 пожарных автомобилей. С подробностями происшествия Дмитрий Коньков. Огромный столб пламени озарил улицу Мичурина. Это в частном секторе на окраине Первоуральска. Кадры того, как начался пожар, сняли жители соседних домов. Их разбудил треск лопающегося шифера. По словам очевидцев, пожар начался внутри дома, но уже через несколько минут огонь охватил все деревянное здание. Ну как, соседи, во-первых, дети там, и все ведь опасно же все равно. Этот дом принадлежит пенсионерам. В последнее время они жили в квартире, а этот дом с участком и баней использовали как дачу. Хозяйка дома рассказывает, что за несколько часов до пожара они приехали сюда для того, чтобы навести порядок и забрать личные вещи. Но после того, как они уехали, очень скоро им позвонили напуганные соседи. Дело в том, что в доме находится газовый котел, и до приезда пожарных и газовой службы существовала угроза взрыва. Вчера мы здесь были, но мы днем были, утром, считай, с полдвенадцатого, вот около часа уехали. Все забрали, уехали, все нормально было, все отключено. Только газовый котел у нас работал, мы до конца его не выключаем. Сегодня хозяева сгоревшего дома приехали на пепелище, а от дома практически ничего не осталось. Огонь полностью уничтожил спальню, кухню и мебель, которая там находилась. Чудом уцелела только баня, которая была пристроена к дому. Хозяин дома, который прожил здесь 30 лет, не может до сих пор прийти в себя и не может осознать произошедшее. И это было, просрочен был. Я думал, вот сейчас, я думал, все это сделаю, перееду и займусь страховкой дома. Вот и получилось. Как назло. Огонь тушили 5 пожарных машин и 15 пожарных. Для того, чтобы сбить пламя и провести проливку стен сгоревшего дома, потребовалось 3 часа. После этого на место ЧП прибыли пожарные дознаватели. Они взяли несколько образцов для экспертизы, но после первого осмотра они уже сообщили нам о возможных причинах возгорания. Давайте послушаем. Предварительные причины пожара на данный момент, считая аварийный режим электропроводки. Имеются повреждения основные, это потолочного перекрытия, кровли дома, а также, значит, были обнаружены фрагменты электрических проводов с аварийным режимом электропроводки. По словам специалистов, именно неисправность электропроводки и электроприборов является главной причиной пожара в частном секторе Первоуральска. С начала года в городе произошло 40 таких пожаров. Ущерб от них составил 10 миллионов рублей. Дмитрий Коньков, Дамир Харисов. Новости Первоуральск.